Но сейчас у нас будет арти, поэтому я прошу Александра далеко не уходить. Да, гитару вы можете оставить, но вы нам сейчас понадобитесь. Теперь вы будете не музыкант, отныне вас будут называть пуджари. То есть будет проводиться арти, будут предлагаться благоприятные предметы Читаньчану Прабу. Параллельно будет идти киртан, и Матаджи Мангала будет подсказывать, рассказывать, что происходит. А тогда у меня вопрос, если будет киртан, мне не надо будет подсказывать, я только как суфлёр шептать ему могу. Тогда без киртана, да? И потом сделаем киртан. Выбирайте сами, как преданные. Мы хотим знать, что происходит. Лучше. Вы хотели понимать, что какие предметы предлагаются. Как преданные. Итак, сейчас будет арити, затем Пушпанджали. Пушпанджали у нас, соответственно, Алексей. После этого вы выйдете к нам сюда. И после этого будет Падашека. Ну и сразу наперед, после этого, после Падашеки, самой торжественной части, мы предложим Хогу божествам, предложим уже просад Читаньчана Чарана Прабу, и только после этого будет просад. Итак, арити. Итак, дорогие преданные, сейчас пуджари сделает поклон правым плечом Гуру Махараджи. Во время поклона пранам мантра духовному учителю и можно половины мантры Шрила Прабхупады. После этого он подходит к столику, берет, нет, еще наступать нельзя на эту подстилку, берет ложечку в правую руку и капает на подстилочку. После этого может встать на подстилочку и делает ачиман. Или три ложечки, или три капельки на правую руку и сбрасывает на полотенце внизу. В полоборота, Саша, встаньте, пожалуйста, чтобы вас видели. И потом на левую руку точно так же три капли. Ачиман все умеете делать? Есть короткий, есть длинный ачиман. Все ачиман умеете делать? Берем ложечку в левую руку, на правую ладошку, именно на центр ладони, где третий глаз находится, или три ложечки, или три капельки капаем. Глазами смотрим на эту воду и говорим «Ом Кешавай Намага». «Ом Кешавай Намага». И выпиваем, как называется вот это вот, Брама, Брама-тиртха? И выпиваем, вот здесь вот, посмотрите, складочка есть посередке ладони. Вот отсюда, сюда прикладываем губы и выпиваем. Остатки сбрасываем капель на полотенце, три капли или три ложечки на правую руку, а одну каплю, нет, три капли, да, и сбрасываем, омываем руку. Снова набираем три ложечки или три капли, смотрим на воду и говорим «Ом Нараяная Намага». «Ом Нараяная Намага». Выпиваем, остатки сбрасываем. Полоскаем, полощем руку одной ложечкой, сбрасываем. Еще раз три ложечки или три капельки. Лучше, конечно, три ложечки, чтобы водички побольше было. Смотрим и говорим на воду смотрим. Ом Мадхавая Намага. Ом Мадхавая Намага. Выпиваем. Остатки сбрасываем. Омываем руку правую. Снова три ложечки. Смотрим на руку, на водичку и говорим «Ом Говиндая Намага». «Ом Говиндая Намага». И сбрасываем. Берем ложечку в правую руку, на левую ладонь три ложечки. Смотрим на воду глазами и говорим «Ом Вишнаве Намага». «Ом Вишнаве Намага». Сбрасываем воду. Вот это короткий ачиман. Теперь пуджари готов провести церемонию. После этого пуджари нужно зажечь благовоние. Благовоние можно зажигать от свечки. Поэтому пуджари сейчас укрепит свечку, маленькую свечку. Все у нас символическое. У нас пока нет еще подсвечника для нужной свечки. Придумали просто так приспособление такое. Сейчас он укрепит свечку и потом
благовония от свечки сожжу. Прям капать туда сделаю. Берем в правую руку лужечку, омываем сначала руку правую руку сбрасываем. Три капли на колокольчик. Берем в левую, на левую руку тоже три ложечки сбрасываем. Берем колокольчик в левую руку. Берем правой рукой подставочку с благовонием, поджигаем от свечки. Когда достаточно пламя прогорело, резким движением вниз забиваем пламя, чтобы только дым был. Ставим на поднос, в правую руку ложечку, омываем правую руку, сбрасываем. И на макушечку параферналии омываем подставочку для благовония. Теперь берем в руку параферналии вместе с благовониями и 7 раз вокруг Гуру Махараджа по часовой стрелке. Полностью вокруг всего его тела. Говорим Ом Парам Гуру Намага или Гуравэ Намага. Вообще надо предлагать благовоние Кришна Шакти. Когда гуру предлагаем, тоже мантру даем, да, когда благовоние предлагаем, нет? Благовоние когда предлагаем. Вот Маха Прасад Пуджари предложил всем нам. И затем ставит вместе с параферналием туда на подносик, специально для отработанных параферналий, на другой подносик. После этого правую руку очищает, берет фитиль, поджигает от свечки, ничего страшного. Это фитилек делается из ваты. Ставим на подносик, очищаем правую руку, сбрасываем остатки и очищаем макушечку параферналии. Теперь правой рукой берем, колокольчик все время звоним, и оно по часовой стрелочке 4 раза вокруг стоп Гуру Махараджа, 2 раза вокруг живота, 3 раза вокруг головы и 7 раз вокруг всего тела. Формула 4, 2, 3, 7. После этого предлагаем присутствующим, ниже пояса нельзя предлагать махапрасад, только до пояса, сверху до пояса. И ставим на подносик для отработанных предметов. Дать прабу, вот, Кришна Шакти прабу, сначала погасить пламя свечи. Нельзя дуть, это осквернение, это оскорбление. Рукой сбить, махнуть сильно, вот так, хорошо. Теперь правую руку очищаем. Очищаем параферналию с водой, которая сейчас воду будет приготовить. Берем в руку, предлагаем 3 раза вокруг головы и 7 раз вокруг тела. Thank you.
отдаем Кришна Шакти Прабху. Сначала Кришна Шакти Прабху. А нет, слить сначала муфту. Разрешается медленно заменить, не заменить. Кришна Шакти Прабху сначала над Прабху разбрызгивает. Потом лучше Рада Лила пусть ее разбрызгивает, она у нас инициирована, над Матаджи. Или Арундати. Арундати. Сейчас сбрызнули правую руку, сбрызнули платочек. Вода – это вода Ганги. Взяли правую руку и 7 раз вокруг всего тела. Сейчас правую руку сбрызнуть. Сбрызнуть на цветочек. И по часовой стрелке вокруг всего тела 7 раз. Цветочек падает, поэтому хорошо, вот как Пуджари у нас сделал, сверху закрепляет большим пальцем. Прижимает подставочки к парафернале. Закончено. Сейчас Пуджари соберет все предметы. Спасибо всем большое. Давайте Хари Бол, потому что он очень волновался и просил, чтобы вообще его освободили.